Здравствуйте, в эфире программа «Диалог». Тема нашей сегодняшней встречи – это годовщина со дня образования Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области. Он создан в результате слияния налогового департамента и Департамента таможенного контроля. Какие результаты достигнуты? Выполнены ли задачи, стоящие перед новым ведомством за год работы? Сегодня нам расскажет заместитель руководителя Департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области по налоговому блоку Тулеген Достемович Кабдышев. Здравствуйте, Тулеген Достемович. Здравствуйте. Вот уже прошел год с того момента, как произошла реорганизация вашего ведомства. И можно сделать выводы, было ли это правильным решением? И что произошло в результате объединения трех органов? Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел вам сказать в том отношении, что 14 августа 2014 года постановлением правительства за номером 933 налоговый комитет и департамент таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан реорганизован и создан комитет государственных доходов Республики Казахстан, Министерства финансов Республики Казахстан. Кроме того, функции данного комитета переданы функциональные обязанности в части экономической безопасности, значит, пресечения экономических и финансовых преступлений бывшего агентства финансовой полиции, скажем так, который занимался экономическим выявлением и пресечением экономических преступлений. На сегодняшний день мы уже, если говорить правильно, начали работать с ноября прошлого года. Прошли все реформы, прошли все реорганизации, и приступили мы к своей деятельности с ноября прошлого года. О том, что какие плюсы получило бизнес-сообщество ввиду этой реорганизации, я вам в качестве примера расскажу в том отношении, что кардинально поменялась методика проверок. Во-первых, если раньше проверки планировались, инициировались каждыми тремя ведомствами отдельно, то теперь эти проверки координируются и проводятся с одного комитета. То есть все проверки регламентированы, есть четкие обоснования выхода на проверку. Есть система управления рисками, которым мы пользуемся для того, чтобы именно пресекать ту незаконную деятельность налогоплательщиков в части уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей. Ну, а в целом, скажем так, мы для того и созданы, чтобы создать очень хорошее для бизнес-процесса условия, чтобы действительно поддержать предпринимательство и чтобы не было незаконного вмешательства в деятельность наших налогоплательщиков. А как выполнены основные показатели деятельности департамента за текущий год? Задачами нашего департамента является, естественно, пополнение доходной части и полнота администрирования, пополнение доходной части государственного бюджета. Если говорить в цифрах за первое полугодие, я сейчас вам приведу цифры первого полугодия текущего года. С 1 января по 1 июля текущего года государственный бюджет Республики Казахстан, именно по Северо-Казахстанской области, поступило 26 миллиардов 964 миллиона тенге. Если говорить о республиканском бюджете, то в республиканский бюджет поступило 14 миллиардов 501 миллион тенге. И в местный бюджет поступило 12 миллиардов 463 миллиона тенге. В целом, я скажу в том отношении, что полугодие мы завершили успешно, в связи с тем, что у нас основополагающим критерием является это темп роста платежей по сравнению с прошлым годом. Департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области обеспечил темп роста в размере 108,5% поступлений прошлого года. Или поступило в цифрах больше на 2 миллиарда 108 миллионов тенге. Таковы результаты за первое полугодие текущего года работы департамента. А что способствовало достижению таких показателей? Ну, во-первых, для достижения данных показателей, конечно, способствовало прежде всего это администрирование, более усиленное администрирование налогов и таможенных платежей в бюджет, применение форм налогового контроля,
То есть мы применяли все формы налогового контроля для того, чтобы обеспечить исполнение тех показателей, которые мы достигли и которые я озвучил выше на вашей передаче сейчас. Одним из немаловажных мер налогового контроля у нас является это камеральный контроль. То есть это контроль, который прежде, и я считаю, что это наиболее важный форма налогового контроля. Почему? Потому что, во-первых, мы налогоплательщику самостоятельно даем устранить свои ошибки, свои нарушения. Вот по результатам только за первое полугодие мы выставили налогоплательщикам уведомление более 2000. То есть при камеральном контроле выявили нарушение формы налогоотчетности налогоплательщиков. Скажем так, что по результатам камерального контроля только за первое полугодие текущего года поступило более 500 миллионов тенге. То есть налогоплательщики самостоятельно устранили свои ошибки и самостоятельно уплатили данную сумму в бюджет. Скажем так, что в ходе камерального контроля у нас выявляются именно налогоплательщики сомнительного характера, так называемые обнальные фирмы, лжепредпринимательство. Только по результатам деятельности первого полугодия у нас, как я вам уже сказал, у нас есть своя служба экономических расследований, которая переняла функции финансовой полиции в части экономических и финансовых преступлений, то уже на сегодняшний день возбуждено порядка 291 уголовного дела. Только по лжепредпринимательству 44 уголовных дела на сегодняшний день ведут наша служба экономических расследований. Все это благодаря оперативному выявлению управления камерального контроля. Что бы хотелось сказать, что мы за это полугодие достигли неплохих результатов, скажем, в работе контрольно-экономической. На сегодняшний день у нас проведено 26 комплексных проверок, 80 тематических, в ходе которых доначислено налогов и платежей в бюджет порядка 350 миллионов тенге. Это хороший результат, я считаю. Кроме того, мы очень плотно работаем с органами прокуратуры, с судами для пресечения незаконной деятельности лжепредпринимательства. На сегодняшний день у нас уже инициирован ряд исковых заявлений в суд через органы прокуратуры для признания данных лжепредприятий и регистрации изначально недействительной. Через суды нами, значит, отменены сделки недействительными. Согласно нашего кодекса, значит, мы имеем право сделки с лжепредпринимателями, с лжепредприятиями признавать недействительными. И только уже за первое полугодие мы признали таких сделок на сумму более 200 миллионов тенге. Немаловажным фактором у нас является и то, что мы в этом году снизили недоимку на сумму более 390 миллионов тенге. То есть мы приняли оперативные и действенные меры в отношении налогоплательщиков, не выполняющих свои налоговые обязательства. Большую работу проводим мы совместно с Акиматом области. По поручению Акима области, как и ранее, мы разработали план совместных действий уполномоченных органов и Департамента госдоходов по выявлению резервов и пополнению доходной части местного бюджета. По результатам в каждом районе у нас созданы рабочие группы по выявлению данных резервов и пополнению местного бюджета, где скопированы работы акиматов, районных управлений государственных доходов, управления дорожной полиции и ряд служб, которые работают на территории каждого районного управления, на территории каждого района. Так что только по результатам совместных усилий мы в этом году консолидировали в бюджет области порядка 297 миллионов тенге. Я тоже считаю, что это такой хороший, позитивный шаг в отношении пополнения бюджета. Мне бы хотелось сказать в том отношении, что работа продолжается. Мы планомерно изыскиваем резервы. У нас разработан план, как доведен с Комитетом государственных доходов для пополнения доходной части республиканского бюджета. Разработан план по пополнению доходной части в местный бюджет. Планомерно мы идем, именно работаем в данном направлении. И думаю, что в течение года
добьемся хороших результатов именно в пополнении доходной части и обеспечении экономической безопасности как Северо-Кавказской области, так и в целом нашего государства. На сегодняшний день всеми государственными органами большое внимание уделяется качеству оказания государственных услуг. Этот же вопрос, можно сказать, красной линией проходит в плане нации 100 конкретных шагов. Какие шаги предпринимаются в вашем ведомстве в этом направлении? Ну, я вам скажу, что одним из приоритетных задач в деятельности Департамента госдоходов мы уделяем большое внимание именно оказанию государственных услуг. Мы на сегодняшний день, скажем так, что идем к тому, чтобы, во-первых, чтобы для бизнес-сообщества были удобны отправление всех форм налоговой отчетности. Оказываем те услуги, чтобы именно создали те условия, чтобы бизнес-сообщество было довольно теми услугами, которые на сегодняшний день мы оказываем. Если говорить прямо цифрами, то на сегодняшний день мы оказываем 52 услуги. Более 65% услуг мы именно оказываем в электронном формате услуги, то есть в рамках электронного правительства. Более того, я скажу, что именно плательщиками нашего региона налоговой отчетности сдаются в электронной форме. Это, если процентом отношения, то это 99,3% налогоплательщиков нашей области сдают форму налоговой отчетности в электронном виде. Сейчас я вам говорил в том отношении, что в связи с объединением налоговой и таможенной службы эти услуги касаются будут и таможенных услуг в том отношении. Мы объединяем, делаем общую информационную систему. Для этого нужно определенное время, но те новшества и те хорошие начинания, которые мы внедрили именно для форм налоговой отчетности в налоговом, будут также касаться и таможенного блока. Так что я думаю, в том отношении, что 60%, которые мы сейчас оказываем в электронном формате, те услуги, те задачи, поставленные перед нами в том отношении в рамках электронного правительства, мы успешно исполняем. В марте текущего года мы создали у себя консультативный совет, куда входят как и предпринимательское сообщество, некоммерческие организации и департамент госдоходов по всем своим направлениям. То есть мы в этом консультативном совете принимаем те интересные предложения, которые исходят от бизнес-сообщества, от некоммерческой организации, именно в части оказания дополнительных услуг для удобства налогоплательщиков, что можно реформировать, что сделать. И если есть хорошие идеи, мы их дальше уже берем себе в работу и воплощаем в жизнь. Я бы хотел сказать, что мы сделали еще один реальный шаг именно для того, чтобы исполнить те поручения, которые дал нам глава государства в своей плане нации и в стратегии «Казахстан-2050», для того, чтобы именно развивалось успешное бизнес-сообщество и оказывались те успешные моменты, чтобы, для того, чтобы оказать очень нужный момент, хорошие государственные услуги. В программе плана нации 100 конкретных шагов обозначено внедрение всеобщего налогового декларирования доходов и расходов. Насколько известно, этой работой будут заниматься органы государственных доходов. Что в данном направлении уже сделано? Ну, я хотел бы сказать, что среди многочисленных реформ, которые на сегодняшний день определены в экономической индустриализации страны, я считаю, что наиболее значимые, по крайней мере, для населения, для нас и для бюджета, это одна основная реформа, которую ожидает наше население Казахстана, именно всеобщее декларирование доходов и расходов, которая вступит с 1 января 2017 года. Что это значит? Если ранее население освобождалось от представления налоговой декларации в исполнении своих обязательств, то теперь будет всеобщее декларирование. На первоначальном этапе всеобщему декларированию подвергнутся государственные служащие, а потом поэтапно всеобщим декларированием перейдут и все население Республики Казахстан.
Мы уже в рамках пилотного проекта с 2014 года опробовали это на работников налоговой службы по Республике Казахстан, для того, чтобы знать именно какие недочеты, какие формы налоговой отчетности должны быть, как они будут проходить через систему. Все это мы уже в пилотном проекте успешно завершили. Теперь готовы к всеобщему декларированию населения именно в части декларирования доходов и расходов. Что бы мне хотелось сказать, именно мы сейчас готовимся к такому значимому для нас событию. Именно я скажу так, что это историческое событие. Почему? Потому что декларирование, всеобщее декларирование идут на сегодняшний день более успешные страны. И я скажу так, может быть, с постсоветского пространства мы одни из первых, которые приходят к этому всеобщему декларированию. Именно в рамках подготовки к всеобщему декларированию по инициативе нашего президента 30 июня 2014 года закон об амнистии граждан Республики Казахстан, уралманов и лиц, постоянно проживающих в Республике Казахстан. То есть закон об амнистии в связи с легализацией их имущества в Республике Казахстан и за пределами Республики Казахстан. То есть планомерно нами дано именно время для граждан нашей республики, чтобы вывести из тени свои денежные средства, имущество, находящее как в пределах Республики Казахстан, так и за пределами Республики Казахстан. Именно денежные средства, находящиеся за территорией Республики Казахстан, за границей, имеющие банковские счета. Так что граждане на сегодняшний день имеют возможность до 1 января 2017 года именно легализовать свое имущество. Более того, на сегодняшний день предусмотрены изменения в этот закон. Именно, скажу в том отношении, возможно, этот закон, который на сегодняшний день имеет, скажем, действие до 1 января 2016 года, будет продлен, скорее всего, еще на один год. Но это только в проекте. И, кроме этого, в этот закон будут введены такая норма, как офшоризация там, закона в том отношении. То есть будут введены именно в законодательном уровне именно большие штрафные санкции для тех физических лиц, которые имеют имущество за границей, банковские счета, и которые на сегодняшний день не задекларировали именно в декларации по индивидуальному подоходному налогу свои доходы, легализовать через именно департаменты государственных доходов на местах именно банковские счета и имущество, находящееся за пределами Республики Казахстан. Вот, к примеру, в отношении штрафов скажу, что штрафы, более того, я скажу, что очень огромные, предполагают штраф в размере 50% от стоимости имущества и денежных средств, находящихся за пределами Республики Казахстан и не задекларированные. Так что на сегодняшний день граждане имеют довольно-таки очень хорошую возможность легализовать свое имущество и, кроме того, быть освобожденными от преследования в административном, в уголовном порядке, легализовав, воспользовавшись той амнистией, которую на сегодняшний день государство им предоставило, скажем так. У нас для того, чтобы выявить то имущество, находящееся за пределами нашего государства, имеющих денежных средствах за пределами государства, доля участия в каком-то бизнес-процессе. У нас, я бы для сведения налогоплательщиков хотел сказать, что с 2014 года, декабря месяца, мы являемся полноправными членами Страсбургской конвенции, куда входит 84 налоговых служб со всего мира и вся Европа. Более того, я скажу, мы единственное государство на постсоветском пространстве, которое именно стало полноправным членом этой конвенции. Это что означает? Что в любой момент по запросу органов государственных доходов в любую из 84 стран, которые подписали между собой конвенцию, мы имеем доступ к банковским счетам,
находящееся за границей, имуществу, которое находится за пределами нашей республики, именно в тех странах, в Европе. И хотел бы сказать, что нам будет более легко и свободно мы будем получать доступ к этой информации. Более того, по инициативе именно Комитета госдоходов, налоговые службы этих стран могут инициировать на местах налоговые проверки именно тех физических лиц, которые имеют имущество и зарубежные счета. На сегодняшний день, почему мы приостановили именно запросы, почему? Потому что действует закон об амнистии в связи с легализацией имущества. С 1 января 2017 года, естественно, мы эту норму будем очень сильно пользоваться. Тулигет Достемович, вы очень много рассказали о том, какая работа у вас проводилась, какую работу вы будете проводить в перспективе. Это все делает не один человек, это все делает ваша большая команда. Скажите, пожалуйста, сколько вообще в вашей команде людей и нет ли проблем с кадрами? В департаменте госдоходов на сегодняшний день мы проделали определенный ряд для того, чтобы сформировать высокопрофессиональный коллектив, чтобы достичь тех определенных результатов и выполнение тех задач, поставленных перед нами вышестоящим уполномоченным органом и главой государства. Так что в нашем коллективе работают как и опытные сотрудники, как и молодые. На сегодняшний день у нас в коллективе предусмотрено такое понятие, как наставничество. Это когда, наверное, это повсеместно применяется, когда опытный сотрудник берет наставничество несколько молодых и передает свой богатый опыт для того, чтобы в дальнейшем молодой сотрудник перешел в категорию опытных сотрудников. Мы у себя именно в центрах приема обработки налоговой отчетности, где непосредственно предоставляются услуги, определили такую номинацию, как лучший сотрудник центра приема обработки налоговой отчетности. Делали такую номинацию, как лучший аудитор. Естественно, данные сотрудники по итогам квартала, там определенный период, награждаются, поощряются, и все делается для того, чтобы стимулировать добросовестную конкуренцию между сотрудниками и рост в профессиональном смысле слова. Так что я в канун праздника хочу сказать этому отношению, что, в принципе, наш коллектив состоит из высокопрофессиональных сотрудников, сформирован. На сегодняшний день у нас работают такие опытные сотрудники. Мне хотелось бы сказать вам в том отношении, похвалиться, такие как Жусупова Галия Сибаталовна, Шакенова Харла Сериковна работает там, Курмашев Ерик Жахслагович, Клямев Сергей Владимирович. А что бы вы хотели пожелать всем своим коллегам в профессиональный праздник? Ну, в первую годовщину создания органов государственных доходов я своим уважаемым коллегам хотел бы пожелать, во-первых, большого терпения, настойчивости в нашем нелегком труде, мужества и терпения, пожелать ихним семьям, близким, самое главное, здоровья, чистого неба и процветание вместе с нашим государством Республики Казахстан. Ну а пользуясь случаем, я бы хотел сказать большое спасибо вашей передаче, что я имел возможность непосредственно через вас пообщаться, быть услышанными нашими налогоплательщиками. Мне бы в первую очередь хотелось бы тоже пожелать нашим налогоплательщикам процветания, успеха, действительно всех тех благ, хороших, которые придумало на сегодняшний день человечество. И я более того уверен, что мы совместно с нашими налогоплательщиками построим наш процветающий, сильный дом, нашу республику Казахстан, где будут жить счастливы наши дети и внуки. Спасибо вам, Тулиген Достемович, что вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго и до свидания. А я напоминаю, что сегодня в студии был заместитель руководителя Департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области по налоговому блоку Тулиген Достемович Кабдышев. Это была программа «Диалог. Актуальные темы, интересные собеседники». Всего доброго!